Надо, значит, действительно как-то диалог-то устраивать с ними, не только с крупным бизнесом, не только те, кто тебе по головке гладит. Иначе у нас вот этот вот бунт и дальше будет. Мне это очень расстраивает, о том, что у нас бунт везде. Это плохо. Бунта не должно быть. Должна быть четкая договоренность не только с властью. Должна быть договоренность и понятные правила. А то сначала они месяц говорят, что не-не-не, ничего не закроем. Потом это вот как снежный ком. Здравствуйте, все закрыли. А взамен-то что? А взамен нам сказано было, в общем, очень неприличная фраза, на мой взгляд, по поводу не на здравствуй. Мы в особом городе живем с вами. Мы в очень особом, мы особые люди, к нам надо по-особенному относиться, потому что мы Ленинград, мы с вами Ленинград. А это звучит гордо.